Это мой сын. Да. Там Павел. And I was like, Marina. Good morning. Good morning. What's your name? Colin. Yeah. Так, пойду-ка я сброшу поклажу. Да, мы поедем. Это оптимистичный вариант. Более реальный. 13. Саш подъедет, сейчас там его уже ждут. Уже ждут. Ну, 20 минут. Ну, я ему звонил, сказал, все, выходим. Да вон он есть. На белый объезд. Вот знаете? Не, почистил. Ну, да. Что, совсем? А черный взял? Который, да, взял. Да. Ну, да. Good morning, everybody. Спасибо, что вы здесь. Сейчас. Это да. Это да. Чего, бою, чего? Я согласен. Ты не проявляешь. Здрасте. Алексей. Я иду точно в воду. Are you going to be astronaut? No. No. No, посадка штатная, да? Посадка штатная. So the landing was nominal? Yes, everything was nominal. Everything is ready. Аппарат вертикальный. The vehicle landed upright. Двоих уже достали. So they already took two crew members out, and the search and rescue service was on the spot. They saw the vehicle, and they should be here at 2 p.m. At 2. Так как-то это. Так, я это, вы здравствуйте. Вы экипаж заморозите. Все врачи. Как где? Он на КПП уже. Кто? Нам что-то выбирают. Все хорошо, да? Че, давай, скажи, подержи. Ну что? Ну давай, пока. I'd like to be the pilot. That's a lot of back and forth from Kazakhstan. Давайте, проходите. А где Павел? Давай. Павел Владимирович. Вот он стоит прям. Ну что, а дублирующий экипаж здесь? Нет. Здесь, давай. Спасибо. Не-не-не-не-не. Город решил. Так, а кто забрал? Ты проходи. А кто забрал мой рюкзак? Дальше, проходи, забивай. В смысле, согласие, нет вопросов. Стой, куда ты едешь? Ты остановись немного, постой. Вот срочно надо проехать. Валюш. Спасибо. Спасибо. Так, ну этот, Шурик, чего этот? Проходите. Иди, раздевай его. Подкладывай, что ли?
Мы дали поспать мне, а? Потом основном вот теми. В сугробе? Да. Да. Давайте так. Может, нам лопаты взяли? Магаданская погода. Поближе, можно? А чего вы там? Где вы были вообще? Где вы были? Давайте. Так, внимание. Значит, сейчас фотографирование основного экипажа. Нет, давай вначале официально, потом Сашка. А он не приятный. Не, ну там как уже надо. Сан, это же ребеночку твою. Да. Постой, забирай. Маме. Иди пока к маме, я сейчас тебя заберу. Ника. Нет. Вот так. Поближе, поближе чуть-чуть. Вот так вот. Во. Изобразить экипаж Чкалова. Ехали вот друзья стоят на коленках. И я не знаю. Чего? Вот. Продолжайте улыбаться. Идем. Снегирь летит. Снегирь летит. Да мы что с нами? По коленке мы что? И меня тоже. Куда? Да, сейчас. Пойдем. Ну-ка, смотри, все, спасибо. Сань. Прошу. Так, уважаемые друзья, пожалуйста. Dear friends, colleagues, please your questions to the crew. How are you feeling? How's your mood? The mood is great. We're ready to work. So many people came to see us off. And of course the mood is great. I'm excited. Tell us about the mission program. Anatoly Yakovlevich is the specialist. He's not here, but talking about the mission goals, they are very interesting. The expedition is full of different tasks. We'll have a few spacewalks. There will be different transportation vehicles coming from Europe, NASA, Russian vehicles. Could you please tell
us, are you going to be celebrating the Pancake Day? Of course. Of course we will be celebrating. Tomorrow is going to be a rather difficult day for us. It's going to be Soyuz fit check, and we will be busy till very late in the day. But if we have some time, of course we will be celebrating. Do you have any pancakes on board? Well, they're freeze-dried. Павел Владимирович, are you going to celebrate the day of Magadan? Yes, it coincides with another holiday, with the polar bear, yes. Well, here we are on the final day in Star City. We just had a farewell breakfast inside this Cosmonaut Stolovaya, had a few pictures out here in front of this historical place, and we're about to board the bus and head to Kazakhstan. Because of the weather, we have to juggle airplanes a little bit, so myself and the prime crew will be heading out now, and Mike will be waiting for a few hours for another plane to come pick him up. So we'll link back up in Kazakhstan and have our first fit check tomorrow morning and get on with business to the countdown to our launch on the 29th here in Kazakhstan. So thanks for watching NASA TV. In their scope suit? They changed in helicopter. Паш, Кать, ну Кать, давай. Счастливо. Все. Так, два, третий. Я передумал. Все, закрывай.